Добрый вечер! Продолжаем и заканчиваем разбор движений классического сава-массажа по каждому движению отдельно. Но в этом ролике я не буду характеризовать каждое движение отдельно, потому что очень многие движения я уже показывала и говорила о них, как они выполняются. А другие движения, которые я сегодня добавлю, они достаточно просты. И вы просто, глядя на то, как я их выполняю, легко повторите их и прекрасно поймете, как это делается. Итак, мы закончили 31-м движением бабочка и переходим ко второму движению, которое вы уже знаете. Итак, поехали! Thank you.
Затем переходим к массажам декольте. Но об этом в следующем видео. Хочу только добавить, что выполняем мы массаж лица в зависимости от вашей кожи, в зависимости от ваших предпочтений, в зависимости от температуры воздуха, по крему, на сухую или по тальку. Если жарко и вы выполняете массаж лица на сухую, то руки и кожа потеют, и кожа как бы тянется за руками, и получаются заломы, которых надо стараться избегать. Поэтому выбирайте в зависимости от ситуации, как, по какой основе вы будете делать массаж. Второе, что хочу сказать, когда мы выполняем массаж по шее, поглаживание, пощипывание, то мы обходим щитовидную железу. Пощипывания, которые я показывала, выполняются по горизонтальным массажным линиям на шее и по вертикальным массажным линиям на шее. Заканчиваем мы массаж поглаживанием от левого плеча к правому, от правого плеча к левому. То есть мы лимфу, которую мы сгоняли к лимфатическим узлам, подбородочным, шейным, ее мы гоним дальше и распределяем ее к подмышечным лимфатическим узлам, и дальше лимфа будет уходить по лимфатической системе. До встречи, пока, будьте здоровы и красивы!